Здорово, товарищ Магазанник. Здравствуйте. Здравствуйте. Как поживаешь, товарищ Магазанник? Что это уже за жизнь, когда вдруг тобой начинает интересоваться горкоммунотдел? Дай ему Бог здоровья. Будем теснить, товарищ Магазанник. Теснить будем. Мама! Мария! Дети! Люди! Горкоммунотдел думает, что Ротшильд нахальствует и прокачает. Уже нет буржуев. Одна только комната осталась для советской власти. Уже сядщика Магазанник. Мы вас считали сознательным, а вы проявляете себя наоборот. Нет, только у рабочего, у которого 6 человек детей, советская власть должна отобрать комнату. А вот авиационного колесщика, у суконщика Ходорова, вот у первого миллионщика Ашкенази. Мадам военная, товарищ военный. Ладно. Мы же так радовались вашей победе. Мадам военная, вы же наши защитники. Вера, вас забери. Я ее сейчас вышвырну. Уважаемый, еще не привыкли, потому что она молодец. Ну, располагайтесь. Товарищ Вавилова, я прошу. Хлеб да соль. Вузвел не надо. Вузвел не надо. Нигде не сказано, чтобы я отдавал его. Нигде не сказано. Я очень извиняюсь. Нигде не сказано, что я должен давать его постель. Нигде не сказано. Отдавал, Маруся! Вы растите подвал! Вам ничего!